парус это доступно, просто объединить людей не по социальному положению, не по возрастной группе или физическим возможностям, и даже не по уровню профессионализма в парусе, а именно по принципу любви к ветру. Важно, что такой формат есть. Мы долго думали, там, каким его сделать. Получилась хорошая народная регата, потому что и гонки флота, и маршрутная гонка, много интриг.